Сухой фонтан в сквере Семьи любви и верности заработает в мае к открытию сезона фонтанов. Об этом нашему телеканалу сообщили в ЖКХ «Комплекс». Напомним, поломка фонтана произошла в январе. Место происшествия до сих пор огорожено. Спонсором уникального объекта выступил «Беларусь-Калий». Поломка фонтана произошла в зимний период, когда нашими работниками производилась уборка сквера Семьи любви и верности. Произошло это ввиду погодных условий, да, трактор понесло и произошел обвал. По результатам обследования, которое было проведено комиссией, в состав которой входили представители нашего предприятия, были выявлены повреждения, произведен демонтаж поврежденного оборудования, составлена спецификация, произведена закупка необходимого оборудования. И в настоящее время осуществляется сбор непосредственно поврежденных деталей и будут проводиться ремонтные работы. Сухой фонтан находится на балансе ЖКХ. В обязанности предприятия входит поддержание сквера в надлежащем санитарном и эксплуатационном состоянии, в том числе малых архитектурных форм, детского и спортивного оборудования, элементов благоустройства и озеленения.